Друзья, дорогие мои, всех приветствую! Христос воскресе! Хотел вчера сделать публикацию, ответить на вопросы, которые не успел озвучить в прошедшем прямом эфире, вот, но не смог. Господь посетил, сильно болела голова, вот, и я практически не мог ничего делать. Просто большую часть времени лежал и благодарил Бога. Вот. Хотел вот в связи с этим просто сказать несколько слов утешения в поддержку тех, кто страдает физически, кто терпит немощь естества, какую-то болезнь. Вот у меня вопрос здесь есть. Если нет денег, еле на жизнь хватает. Если нет сил, если нет никаких особенных способностей, как делать добро людям? Другими словами, как спасаться. Знаете, вот святые последних времен и даже древние святые, они предвидели, пророчествовали, говорили, что в последние времена люди будут спасаться в основном терпением скорбей и болезней. Я, когда жил на Вуламе, я прямо всем своим естеством, каждой клеточкой своего существа понял, что это такое, прожил, как спасаться терпением болезней и скорбей. Вот, потому что на Вуламе меня посещали часто такие сильные немощи телесные, вот, разные, в течение всех 13 лет, которые я там жил. И в какой-то момент Господь дал вот ясное такое осознание по благодати, просвещение, как Господь спасает через вот именно через эту немощь естества. Вот. И с тех пор я, когда меня посещает какая-то болезнь, это происходит нечасто, на фоне у меня здоровье сильно поправилось, и я здесь вообще крайне редко болею, но бывает иногда. Как говорили святые, посетил Господь вот, в болезни. Понимаете, когда мы здоровы, мы вынуждены подвязаться в аскетике, то есть мы проходим вот как телесный подвиг, так и душевный. Вот как эта раба Божия написала, как делать людям добро, как делать добродетели, как смиряться, как поститься. То есть в здоровом состоянии от нас требуется посильный подвиг. И он затруднителен тем, что нас окрадывает тщеславие и гордость. Вот, это очень такая начинается борьба, брань очень запутанная, хитросплетенная вот через эти помыслы тщеславия, самомнения, которые нас окрадывают, из-за которых мы теряем благодать. Когда же посещает немощь, вот такая, что ты вообще ничего делать не можешь, то остается просто лечь и благодарить Бога. И знаете, вот и посещает такая благодать, такой мир душевный, и такая радость, что спасение не от тебя, спасает тебя Господь. Ты в болезни не можешь делать ничего. Ну, вот от слова совсем. Не то, что людям помогает, ты молиться практически не можешь. Вот. Но у тебя есть вера, у тебя остается вот это вот доверие Богу и предание себя промыслу Божию. Твори, Господи, что хочешь. И Господь дает благодать. Вот просто свидетельствую. Отвечаю за каждое слово. Если правильно к этому относиться, если иметь веру, то Господь в болезни дает большую благодать. Вот о чем говорили святые подвижники, что в последнее время люди в основном, большей частью, будут спасаться терпением скорбей и болезней. Мои братья в Украине сейчас безмерно страдают при вот тех искушениях, которые они проходят. Много у меня свидетельств, люди пишут, что когда летит ракета, когда рядом все взрывается, рушится, то уходит молитва. Просто вот этот вот страх и паралич душевный, который охватывает тебя. Конечно, там человеку не до каких-то добродетелей, высоких подвигов, но при смирении, при предании себя в руце Божие придет вот это вот ясное понимание, что в нас самих ничего нету. Само спасение в Боге находится. Все в нем. И это приносит очень глубокий мир и спокойствие.
Понимаете, приходит настоящее смирение. Ты перестаешь надеяться на свои силы. У тебя остается только Бог, больше ничего. Именно поэтому Господь нам попускает вот болезни различные, когда мы просто становимся очень немощными. Или вот такие вот тяжкие скорби, которые сейчас проходят верующие люди в Украине. Вот, поэтому хочу поддержать всех моих подписчиков, которые ко мне обращаются. Очень много есть людей, которые терпят вот такую вот немощь. Радуйтесь, радуйтесь в этой немощи и благодарите Бога. Воздавайте все Богу. Все наше спасение, вся наша святость, все наши добродетели, они не в нас, они в Боге. Вот. А когда Господь дает здоровье и силы, тогда будем подвязаться уже в том разумении, которое у нас есть, борясь вот с этим постоянным тщеславием и самомнением, которое здоровое тело и вот в здоровом состоянии, в благополучии будет бороться. Это безусловно. И бояться этого не надо. Вот у меня был здесь вопрос один. Женщина спрашивает, я пою на клиросе, у меня очень хороший голос, и что мне делать, я боюсь как бы не впасть в тщеславие. То есть вопрос, стоит ли продолжать петь. Вот хотел сказать, что опять благодарите Бога, Господь дал вам здоровье, дал красивый голос. Используйте это на благо церкви, на благо людей. А тщеславие и гордыню бояться не надо. Потому что меня иногда спрашивают, что вот может быть мне вот это не делать, это не делать, это вызывает гордость. Друзья, гордость будет вызывать все. В здоровом состоянии, вот при отсутствии каких-то внешних сильных искушений, нас будет бороть гордыня. И если мы ее будем бояться, то мы просто перестанем что-либо делать, потому что мы будем говорить, что «Ой, я это делать не буду, это может меня в гордость привести». Это не так не смиряются, вы так не смиритесь. Вы просто впадете в нерадение, лень и в конечном итоге в еще большую гордыню. Вот, поэтому надо просто понимать, что это будет борьба уже умная. Вот здесь начинается умное делание. Вы будете видеть, как за каждым делом прилипает тщеславие, гордынька, и вы будете в этом каяться. И когда ум будет видеть вот эту страсть, эти помыслы, самомнения, он через это тоже будет смиряться. Вот, поэтому слава Богу за все. Дает Господь здоровье, благодарим, слава Богу, боремся с тщеславием и гордостью. Дает Господь болезнь, посылает немощь, смиряемся и благодарим, понимаем, что нам больше ничего для спасения делать не надо, кроме благодарения, терпения. Господь нас уже спасает. Вот я хочу вам вот этот вот момент донести, чтобы вы поняли. Вот это, сейчас обращаюсь к тем, кто терпит болезни или скорби очень сильные. Здесь очень важно, понимаете, именно не отчаяться, не впасть в отчаяние, именно перенести все упование на Бога. И вы увидите, как придет смирение, а со смирением благодать. Это будет такая тишина и такой мир, покой. И вот удивительно радость. Радость того, что спасение не в тебе, что у тебя ничего нет, что спасение в Боге. Это удивительное чувство, оно дается по благодати. Я молюсь, чтобы все, кто терпит немощи и скорби, пришли к этому осознанию. Вот здесь вот начинается духовная жизнь. Здесь начинается богопознание и самопознание. Здесь мы встречаемся со Христом. В виде действия этой благодати на сердце. Вот. Да, и сюда же, наверное, можно еще вопрос отнести, где человек пишет, что у него очень сильные ломки из-за борьбы со страстями. Видимо, это новоначально, он только обратился к Богу. И чувствует прям настоящую ломку, и спрашивает, нормально ли это, или так должно быть, или это что-то неестественное. Я скажу, что да, это естественно, так должно быть. Когда мы, особенно уже в зрелом возрасте, с грехами и страстями, которые в нас укоренились, обратимся к Богу и постараемся жить по заповедям Божьим, нас будет ломать очень сильно. Вот, потому что страсть – это как бы привычка, это качество сердца, которое святые отцы называют как бы второй натурой, природой. То есть мы уже сделали нашу природу такой, живем страстями. И когда мы от этого отказываемся, мы как наркоманы, нас действительно начинает ломать. Но я хочу вас ободрить. Это не навсегда. Борьба будет всю жизнь, безусловно, но она качественно начнет изменяться.
Вот. Во-первых, страсти будут умаляться, со временем будет меняться качество сердца, и вы уже сама вот жизнь по заповедям, она будет приносить удовольствие, вы в ней вкус почувствуете. Вот. Просвещение благодатью будет очень сильно помогать, потому что когда ум начинает видеть духовный предмет, он становится очень сильным, это дает большую силу уму. Вот. И постепенно борьба будет качественно изменяться. То есть вот так вот тяжело, как вначале, не будет. Это обычно, ну, это очень индивидуально, конечно, здесь нельзя сроки ставить. Вот все, там, через 2-3 года я стану бесстрастным, святым, или там через 20 лет. Нет, у каждого свой путь, это зависит очень много от индивидуального склада, характера, души, от предшествующей жизни, от степени того, как человек подвязается. Вот, но просто говорю вам, что качественно будет изменяться ваше внутреннее состояние при жизни в Боге, при жизни по заповедям. Вот. Еще один вопрос был очень-очень грустный, очень тяжелый, скорбный. Я его не заметил во время эфира, обязательно бы на него ответил, но... Просто не увидел. Ну, вот сейчас есть возможность ответить. На третий день войны русский БТР расстрелял, а потом переехал моего младшего брата Николая в машине. Царство небесное, молимся за твоего братишку. На ночь, если не выпью алкоголь, плохо сплю. Днем такой тяги нет. Хочу от этой привычки избавиться. А, дорогой, хочу тебе сказать, что... Алкоголь – это не выход. Надо от этого срочно избавляться, вот, потому что будет замкнутый круг. Проблема начнется уже от самого алкоголя. Возможно, уже началась. Слава Богу, пока нету днем тяги. Но регулярное употребление, даже небольшого количества, но регулярное, оно приводит к зависимости очень сильно. И потом от нее очень трудно отвыкать. И как бы это, вот эта вот скорбь, которая у тебя есть в сердце от потери родного человека – к нему прибавится еще и проблема с алкоголем. Поэтому не нужно, я очень прошу. Надо просить Бога, чтобы Он помог тебе справиться с этой болью душевной, из-за которой ты не можешь уснуть, и из-за которой у тебя вот эта вот проблема появилась. И я тебе порекомендую, вместо алкоголя используй мелатонин. Вот. Он в аптеках продается без рецепта, это не снотворное. Это гормон, который есть в человеке, мозг вырабатывает специально для того, чтобы засыпать. И поэтому к нему нет зависимости, но он очень сильно помогает. И у него нет побочных эффектов, как у какого-нибудь снотворного сильного. Вот. Но он будет помогать. Также исключи из рациона кофе, чай, вот все возбуждающие напитки, хотя бы после обеда не пей их. А пей какие-нибудь травки, там можно пустырник заваривать, не сильный такой чаек из пустырника, из валерьянки. И мелатонин 5 миллиграмм на ночь, начни с 5 миллиграмм. Он может быть в таблетках, может быть в спрее, то есть такой спрей, ты его на слизистую распыляешь, это самое лучшее. Он лучше всего усваивается и быстрее действует. Вот, он сразу начинает действовать, прямо перед сном. 5 миллиграмм, там обычно один пшик, это 1 миллиграмм. То есть вот нужно 5 раз пшикнуть вот, перед самым сном. Если это таблетка, то они бывают там по 1, по 3, по 5 миллиграмм, по 10, ну, начни с 5. Вот, 5 миллиграмм на ночь выпиваешь и за полчаса до сна. Вот. И постарайся, когда ложишься, прочитать несколько раз Иисусову молитву умом. И старайся внимание держать в области гортани и выводить из головы, потому что, как правило, вот в такой проблеме начинают мысли начинают крутиться, мозг приходит в возбуждение, и ты не можешь расслабиться. Вот. То есть здесь помимо духовной составляющей нужно еще помочь телу. Вот, поэтому использую мелатонин. Также рекомендую магний и витамин В6 тоже на ночь. Вот в комплексе магний, В6 и мелатонин.
Вот. И, конечно, молитва к Богу. Постарайся предаться воле Божию. Вот. Я знаю, насколько по-человечески это тяжело, как нам трудно смириться с потерей, когда мы теряем близкого человека, но все же мы верующие люди. Мы знаем, что расставание временно, что эта жизнь земная, это просто как одно мгновение, а впереди вечность. И в вечности мы все встретимся, мы все соединимся в Боге. Вот эта вот мысль тебе должна помочь, должна тебя привести к смирению, а смирение принесет мир в сердце. А с миром все сразу откалибруется, спокойно будешь засыпать. Но, повторяю, это вопрос веры. То есть здесь все-таки во главе угла всего должна быть вера, доверие Богу. Я знаю, как это трудно. Как трудно смириться вот в такой ситуации. Как трудно принять слова апостола Павла, который говорит верующему все на благо. Вот именно в такой, в твоей ситуации. Но поверь, это так и есть на самом деле. Верующему действительно все на благо. Потому что мы не видим сейчас вот всей картины целиком, мы только один пазл видим. Вот эту скорбь, боль, потерю, несправедливость, трагедию, которая перед нашими глазами. Но если бы мы увидели всю картину в целом, как вот эти вот скорби, эта боль, эта проблема, как это очищает сердце и приводит к тому, что ты способен воспринять Бога. Это лечит тебя, эта скорбь лечит тебя от твоих болезней, от страстей, которые у каждого из нас сердце переполнено. Вот. И каждому Господь дает свое лекарство. Иногда, да, очень, очень горькое, но чем оно горче, тем оно более сильно действующее. Вот. Будем молиться за тебя. К сожалению, у меня здесь сейчас нет твоего имени, но у меня есть файл, где есть твое имя, и мы его запишем в синоде, будем за тебя сугубо молиться. Вот. Если хочешь, найди меня в личке, в Телеграме. Напиши, пообщаемся, я постараюсь поддержать. В любое время можешь мне писать, я с Божьей помощью отвечу и будем духовно общаться. Это очень помогает. Когда ты открываешь внутреннее состояние, внутреннюю скорбь, то это очень сильно лечит. Боже, помощи тебе, дорогой. Вот, еще тоже грустный такой вопрос, но его надо озвучить. Это сейчас, к сожалению, очень распространенная беда у нас в церкви современной. Сестра очень редко ходила в храм. Когда удалось ее уговорить сходить на исповедь, на исповеди она расплакалась, и батюшка сказал ей, что она артистка. Больше в храм она не ходит. Как быть? Я очень сочувствую, очень сочувствую. Друзья, должен вам сказать, что не думайте, что в храме, когда вы приходите, вот любой человек в рясе или с крестом на шее, это святой, непогрешимый и человек, который не может ошибаться и которого надо слушать во всем, беспрекословно, просто выключив свой мозг. Вот. Надо понимать, что сам священный сан, он святым человека не делает. Нужна внутренняя работа. Это просто служебное средство. Священный сан дается человеку для того, чтобы у него было право и сила свыше совершать таинство церковное, основное из которых это Евхаристия. Вот, понимаете? Но если человек не живет сам по заповедям, по Христу, вот по Богу, не работает над своим сердцем, не борется со страстями, не имеет духовного рассуждения, он ничего, кроме гордыни и вот такой вот, ну, просто жестокосердия и тупости не стяжать не сможет. Понимаете? Таких священников вообще по-хорошему надо просто привлекать к уголовной ответственности за служебную непригодность. Просто калечат души людей. Вот. Поэтому будьте внимательны. Сначала изучите, это пишут святые отцы, перед тем, как выбрать духовника, изучи его. И когда ты поймешь, что человек действительно духовный и может помочь, тогда попросись к нему в послушание. Вот. Поговорите с сестрой, постарайтесь ей вот это вот объяснить, что Господь попустил ей такое искушение. Не надо осуждать.
То есть надо молиться вот за таких вот священников, нерадивых и безответственных, чтобы их Господь просветил, чтобы они исправились, но не доверяться им. И надо сказать, что далеко не все такие священники есть очень хорошие. Надо просто поискать, надо попросить и поискать. И здесь надо смириться, здесь ей нужно понять, что вот она же каялась, плакала. Это прекрасно. Слезы на исповеди, на молитве – это признак милости Божией к душе. Вот коснулась благодать ее сердца. Но вот такое вот искушение должно смирить ее где-то там, может быть, гордыньку в сердце. Вот, объяснить ей, что ну мы же в жизни наворотили дел, да? Мы же много чего делали неправильного. Ну вот чуть-чуть надо потерпеть. Надо чуть-чуть потерпеть. За то, что мы делали, это пусть она это воспримет как эпитемию от Бога, вот такое искушение. Следующий батюшка будет прекрасным. Господь ей пошлет хорошего духовника, который правильно отнесется к ее исповеди, поддержит. Потому что нормальный духовник, адекватный, он радуется исповеди человека. Люди, вот многие идут на исповедь и боятся каяться. Они думают, что священник их осудит, и им стыдно за эти грехи. Они думают, что это невозможно просто сказать вот постороннему человеку. Боятся осуждения священника. Но я вас уверяю, если священник адекватный, чем тяжелее грех исповедует человек, чем более этот грех, допустим, постыдный и тяжкий, тем больше священник радуется, потому что видит покаяние, видит этот труд души. Чем тяжелее грех, тем тяжелее человеку покаяться. Но человек на это пошел, он решился. И вот как говорят, что все ангелы на небе радуются, когда видят кающегося грешника. И также священник должен делать. Но в данном случае, видите, священник оказался вот такой. Дай Бог ему здоровья, чтобы ему до страшного суда, до личного, до смерти, успеть исправиться и прийти в разум. Потому что если он не исправится, то с него спрос будет совсем не такой, как с обычных мирских людей. Он ответит за каждую душу, которая к нему на исповеди подходила. Вот, это очень большая ответственность. Это гораздо хуже, чем погубить тело, повредить душе человека, потому что душа бессмертна. Вот, поэтому, если хочет, пусть мне напишет, я с ней пообщаюсь. Просто ей нужно увидеть, что в церкви есть нормальные люди, адекватные. Вот я всегда говорю, мне всегда очень больно, я когда вижу там в комментариях где-то, ты и в церкви я насмотрелся, и в России. Это, в Греции вот все-таки традицию не теряли, здесь неадекваты меньше гораздо. И среди просто простых верующих людей, среди духовенства, совсем другой уровень. У нас, да, конечно, мы все потеряли. 70 лет безбожия привело к тому, что у нас вот такая духовная пустыня. Вот, как можем, спасаемся, делаем. Но да, много есть такого, но есть и прекрасное, есть и хорошее, и надо уметь стараться видеть хорошее. Вот, видеть и благодарить за это Бога, потому что оно есть, оно реально есть. Вот. Пусть она мне напишет, пообщаемся, я ей, может быть, что-то подскажу, куда-то просто внимание ее правильно направлю, где она сможет увидеть красивая и прекрасная в церкви, а не вот это вот уродство, которое ей сразу встретилось, как только она в храм пришла. Вот. Бывает такое с некоторыми, к сожалению. С моей сестрой такое было. Вот. Попускается. Но если проявит терпение, настойчивость, то все будет хорошо. Вот. Пусть не останавливается. Вот. Был вопрос, в чем религиозный смысл поклонения мощам святых. Вот. Также часто меня спрашивают, почему вы поклоняетесь иконам, то есть идолам. Называют иконопочитание, называют идолопоклонством. Дорогие, дело в том, что здесь сложности, во-первых, перевода, потому что на русский вот перевели «проскинесе» слово греческое, и «латрия» одним словом «поклонение». Но в греческом языке это два совершенно разных термина. Поклоняемся мы только Богу. Вот греческое слово «латрея», «латрево» – это поклонение. И оно делается только Творцу. А иконы, мощи святых и самих святых, Божьей Матери и ангелов, мы почитаем.
мы им не поклоняемся. Это, ну, адекватный перевод, наверное, глубокое уважение, так можно перевести, почитание, проскинеси. Буквально это движение по отношению чего-то. Кинеси – это движение, прос – это предлог направления. Проскинеси. То есть мы как бы двигаемся в умном делании, вот обращаемся к святым. И теперь в чем смысл? А смысл в том, что мы через это получаем благодать. И не надо пытаться понять, как это работает. Нам это не дано. Мы не знаем. Мы так мало знаем в этой жизни. Самые умные из нас, вот великие умы, величайшие ученые, они, если они двигаются правильно в своем развитии, они очень на каком-то этапе приходят к пониманию, что мы так мало знаем в этой жизни, в этом мироздании. Ну вообще ничего не знаем. И как действует благодать, как действует энергия Бога? Почему она передается через какие-то предметы материальные? Вот намоленные иконы, чудотворные иконы, да, мироточащие, обновляющиеся. Сам лично был свидетелем вот этим чудесам. Мощи святых, которые не тлеют и издают благоухание. Вещи, которые носили святые, благоухают десятками лет, и это благоухание не исчезает. Это вышеестественное явление. И через соприкосновение с этими вещами мы получаем эту благодать, эту энергию, эту силу Божию. Ведь об этом говорится еще в Деяниях апостолов, когда убрус, вот эта вот налобная повязка апостола Петра исцеляла людей, апостола Павла. А тень Петра как бы тоже исцеляла людей. То есть показывается, они приобрели такую силу святые, такую благодать, что она изливалась на окружающую материю, на окружающее вещество через вот так вот. Это законодатель Бог. Бог устанавливает законы мироздания, понимаете? Вот, поэтому не надо ломать голову, а как это работает. Просто надо благодарить и пользоваться этим. Нам даются эти иконы, которым мы не поклоняемся, мы их почитаем. Как вот с иконой? Вот это удивительно, это такая простая вещь, но противники иконопочитания просто вот упираются рогом и говорят: вы поклоняетесь доскам. Ну, никто же в здравом уме, даже из неверующих людей, не скажет, что православные считают, что в самой доске находится божество. Идолопоклонение, идолопоклонство, поклонение идолам, которое было у язычников и сейчас, может быть, где-то есть, это именно вера в то, что в этом идоле, в этом изваянии находится сам Бог. А он и есть Бог, ему поклоняются. Вот. Икона – это образ. Икона – греческое слово. То есть образ – это не первообраз, не прототипос. Это образ того святого, к которому мы обращаемся за помощью. Просто нам так проще через икону. Это очень легко понять. Смотрите, вот... У вас есть дети любимые, да, какие-то родственники или кто-то любимый человек. Вы находитесь на удалении, у вас нет возможности сейчас физически с ним встретиться, обняться, поговорить. Но у вас есть его фотография. И вы смотрите на эту фотографию, мысленно обращаетесь к этому человеку. Можете поцеловать эту фотографию. Вы же не бумагу целуете, правильно? Вы через эту фотографию обращаетесь к первообразу, к тому, чей образ изображен на этой фотографии. Точно так же и с иконами. И иконам действительно передается, вот этому образу передается сила первообраза, прототипом, вот, кто изображен. Вот так это работает. Вот. Я частенько там иногда заглядываю в комментарии в Ютубе и вижу, вот у меня сзади меня иконы написаны, ну и грешным. И мне говорят: вы идолопоклонник там, и так далее. Я обычно никак не реагирую на это, потому что, ну, видно, что человек, по большому счету, он как бы, ему не нужно истину познать, ему нужно просто вот выплеснуть свой негатив какой-то, и вот он не хочет разобраться, он хочет просто вот сказать вот так вот: я так думаю, вот это так есть. И чтобы все это услышали. И, ну, короче, это просто тупая гордыня. Ну, глупость, просто глупость. Человек не хочет разобраться. Но я знаю, что есть много людей, даже среди верующих людей, которые сомневаются, не могут понять, в чем смысл. Вот именно для них я сейчас это говорю. Для тех, кто хочет понять. Вот. А тот, кто не хочет, тот пусть остается в своем неведении, Господь да просветит его.
Вот, еще один вопрос был интересный. Почему теория эволюции отрицается? Мне кажется, наоборот, это является одним из проявлений замысла Господа. Возможно, просто ученые еще не совсем правильно понимают это явление. Наука нередко ошибается. Знаете, вот я на прошлом эфире говорил про интервью с одной девушкой-ученым, которая меня потрясло, которая изучает обезьян в полевых условиях. Вот, кто смотрел, то вспомнит, о чем речь идет, когда обезьяну научили языку жестов глухонемых. И с изумлением, во-первых, она очень быстро обучалась, с большим интересом, ей было интересно. Огромный словарный запас, 2-3 тысячи слов, это очень много. Мы в быту, вот на бытовом уровне, даже носители языка на своем родном языке используем 700-800 слов в течение дня. Если не разбираем какие-то специфические темы, а именно на бытовом уровне. Здесь 2-3 тысячи слов. Но самое удивительное, это я и раньше слышал, но вот то, что я сейчас услышал, это новое. Сейчас повторяюсь, но, может, кто-то эфир просто не смотрел, чтобы поняли контекст. Вот. Ученые с изумлением увидели, что обезьяна, шимпанзе там была, считается наиболее близкая к человеку примат по физиологии. Вот, что она слова может употреблять не в прямом смысле, а в косвенном. То есть у нее есть ассоциативное мышление. Она может ругаться, смеяться, у нее чувство юмора, и у нее есть чувство красоты. Она людей, которые ей не нравились, на которых она злилась и хотела которых отругать, она их называла «грязный туалет». Вот. А людей, которые ей нравились и которые ей симпатизировали, она называла лебедем. Представляете? Там был лебедь рядом с ней, где-то, видимо, ну, где-то вот там, где ее изучали, это какой-то вольер был, видимо, и где-то в непосредственной близости был лебедь. И ей очень нравился этот лебедь, то есть она его видела красивым. Вы вдумайтесь, это же, ну... Это животное из другого вида вообще, другого класса. Понимаете, то есть, вот. И ей был задан вопрос. Ей был задан вопрос, а как вы вот, ну, теория эволюции, вы считаете, что люди все-таки от обезьяны произошли, а не Бог сотворил? И она сказала, что нет, ну, по теории эволюции мы не от этих обезьян произошли, а типа как бы и обезьяны, и мы произошли от какого-то дальнего предка. Просто были разные вот эти вот пути развития, ветви у обезьян, у приматов и у человека. И человек вот превратился в то, что мы есть, а как бы обезьяны остались вот тем, что мы их видим. Вот. И удивительно, она сказала, что, ну, вы понимаете, это вопрос веры, он вообще не научный, потому что наука идет совсем другим путем. Она познает окружающий мир эмпирическим путем. То есть то, что можно вот приборами замерить, зафиксировать, провести опыт и повторить его. И это она принимает за истину. И сами ученые понимают, что этот метод очень ограничен, но у них просто нет другого инструмента. А вопрос веры Бога – это вот эти вот ментальные вещи, метафизика, которые нельзя приборами замерить и как-то вот вычислить и изучить. Вот. И она в конце, она сказала, меня очень прям это порадовало, импонировало. Она говорит, что хорошо, пускай как бы, ну, Дарвин прав, вот как бы есть один общий предок, одно существо, теория эволюции, да, от которого потом все происходило. Но вопрос, а кто это существо сотворил? То есть все равно мы в конечном итоге придем к тому, что вот методом как бы, ну, отрицания, что ну, кто-то это тоже все равно сотворил. Вот. То есть мы все равно придем к Творцу всего сущего. И ведь среди ученых очень много верующих людей. Интересно замечено по статистике, что среди математиков и физиков, особенно сейчас нейрофизиков и вот физиков по квантовой механике, среди них верующих людей очень много, гораздо больше. Среди биологов очень мало. Ну, воспитание другое у них, научное. Вот. Но среди великих ученых есть очень много верующих людей, которые просто в какой-то момент приходили к осознанию, что у всего видимого мира есть невидимый творец, есть что-то, что это все создало. Вот. Поэтому оставьте науку развиваться ее путем, пусть идет своим путем.
И мне кажется, что со временем мы сейчас подходим к такому рубежу, когда наука и вот метафизика, то есть духовное учение, они начинают сходиться. В какой-то момент они очень сильно разошлись в средние века, когда наука стала развиваться. А сейчас они опять сходятся, потому что я смотрел ролики академика Анохина, он изучает работу головного мозга, причем он всю жизнь этим занимается, и у него отец всю жизнь этим занимался, он такой потомственный ученый с мировым именем. Вот. Он уже употребляет слово «дух» и «сознание». То есть они в изучении дошли уже до таких пределов, когда они понимают, что есть что-то, что они просто не могут замерить приборами, но косвенно, по каким-то вещам в опытах косвенно они находят доказательства того для себя, что есть некая субстанция, есть некая энергия, которая не замеряется, но которая действует. Вот. И начинают называть это духом, сознанием и так далее. Каких-то 20-30 лет назад, если бы ученый произнес в своих каких-то трудах или трактатах слово «дух» или «сознание», это была бы анафема, то есть вот в этой секте ученых, ну, мировое такое. Это было просто ересь страшная. Вот. А сейчас уже ученые к этому подошли. Так что посмотрим. Очень интересные времена. Мы живем в необычайно интересные времена, мне кажется. Вот. Будем благодарить за это Бога. И бояться, пожалуйста, не надо. А то столько сейчас слушаешь, бесы, антихрист, ой, все бесовское. Вот эти вот шорки не надо на глазах носить. Это не тот путь. Он вас не приведет к просвещению и к знанию. Он приведет просто к фанатизму и зашоренности очень большой. Вот еще от одной женщины был вопрос, и я отвечу. Надеюсь, она меня услышит, и, может быть, кому-то это в предостережение будет. Вопрос такой. «Лечу людей руками, бесплатно и во благо, верую в Господа нашего. Не от зла ли этот дар?» Дорогая, я бы очень хотел верить, что вы святая, что вы полностью очистили сердце от страстей и получили вот эту благодать исцеления, которая была у святых в церкви, бессеребренников и вот этих чудотворцев. Вот. Но внимательно рассмотрите себя. Если вы увидите, что вы еще не такая святая, какой вы должны быть, чтобы получить такой дар, если у вас есть еще страсти, если вы еще в чем-то согрешаете, хотя бы на йоту, то не надо этим заниматься. Вы повредитесь сами очень сильно и повредите других людей. Дар чудотворения и исцеления дается чистому сердцу при условии святости. Вот, поэтому я вам не рекомендую, и я никому не рекомендую обращаться к людям, которые якобы лечат там возложением рук, там молитвой, вот такими вещами. Если только такое чудо в вашей жизни не произошло, что вам Господь послал святого на вашем пути, действительно святого человека с даром исцеления. Теоретически это можно допустить. Вот. Я в своей жизни не встречал таких людей. Допускаю, что они есть. Может быть, один человек на планете, там два, может быть, есть такие. Но будьте очень внимательны и осторожны, потому что вот это вот использование каких-то сил, неизвестных вам, оно очень опасно. Сила, настоящая сила, дается чистому сердцу. Вот. А пока мы идем вот по пути борьбы со страстями, пока мы находимся на этапе очищения, у нас таких даров не будет, нам их Господь не даст, потому что мы их не понесем. Мы впадем в гордыню. Пока мы не достигнем истинного полного смирения, нам такие дары не даются. Тогда вопрос, откуда этот дар, откуда эта сила, если не от Бога. Вот. А есть только два источника силы. Это Бог и падшие духи. Поэтому будьте аккуратны, будьте осторожны. Я вам рекомендую этим не заниматься, потому что я знаю очень много случаев, когда люди потом очень плохо заканчивали. И тот, кто этим занимался, и те, кто к ним обращались. Вот, так что, надеюсь, вы меня правильно поймете. Ну, давайте еще один вопрос, может быть,
Посмотрим, уже достаточно много наговорил. Отец Андроник, как вы думаете, почему в наших храмах, а Афон не в том числе, мужчин на службах меньше, чем женщин? Сравниваю с мусульманами, благодарю. Я ничего не знаю про мусульман, поэтому не буду говорить. Вот. Но то, что в храмах в России действительно женщин, да и, кстати, в Греции тоже, женщин больше, это всегда так было. Вот. Это было от самого начала времен. Женщины служили Христу. У креста разбежались все ученики, кроме Иоанна Богослова, остались только женщины. И первые к гробу, они испугались, пришли мироносец, женщина. Это женская природа. Женщина по природе своей, все-таки природа мужская и женская отличается. Женщина по природе своей очень жертвенная, доверчивая и самоотверженная. Это и есть у женщин. Это то, что мы сейчас говорим о хороших качествах, есть, конечно, и отличия не очень хорошие. Сейчас скажем только о том, что старец Иосиф Исихаст, вот у него была очень обширная переписка с мирянами, вот, и которых он учил духовной жизни. И у него было очень много женщин, которые занимались Иисусовой молитвой. И он признавался, что женщина очень быстро преуспевает в молитве. Вот. За свое доверие и самоотверженность, за доверие духовнику и за самоотвержение. Но при этом он добавлял, что ей надо быть очень осторожной и благоразумной, потому что как она легко преуспевает, так легко и в прелесть падает. То есть те искушения, которые начинаются на духовном пути, вот именно искушения от бесов, умные искушения, то есть искушения в виде каких-то прельщений, они их очень легко принимают из-за своей вот такой, ну, мужчина более благоразумен в этом плане, более осторожен, а женщина, она очень падка на все блестящее, немножко как сороки, любит блестяшки. Вот, поэтому, видите, Господь все премудро устроил. В чем-то есть недостатки, но есть какие-то дарования, которые эти недостатки компенсируют, и наоборот. Поэтому, надеюсь, ответил на вопрос. Еще пропустил, все-таки закончу еще одним вопросом, такой немножко смешной. Христос воскресе, отец Андроник, считал где-то, что монахи на Афоне замечают, что не хватает обычного времени на правила молитвы. Как будто время, как хронос, стало идти быстрее. Хронос – это греческое название времени, я понял. Что думаете об этом? Я когда прочитал, я улыбнулся, потому что это действительно на Афоне я это услышал, только от русскоязычных. Вот я все-таки с греками жил все время, и от греков я ни разу не слышал вот такую теорию. Почему-то среди русскоязычных монахов несколько раз услышал и даже задумался, спросил у старца, старец посмеялся. Это, ну, просто чья-то фантазия. Хронос не может идти быстрее или медленнее. Время – это очень субъективное восприятие изменений. Вот, что такое время? Это количество оборотов Солнца, ну, как мы время считаем, количество оборотов Солнца, то есть Земли вокруг Солнца. Но также ученые говорят, что субъективно, это субъективно, это восприятие каждого человека. И ученые, кстати, сейчас, может быть, ответ найду на этот вопрос, просто я не задумывался глубоко, а сейчас в процессе говорения, проговаривания я понимаю. Ученые утверждают, что в детстве время тянется долго, а в старости, кажется, летит быстро. Это из-за гормонального фона, обмена веществ, метаболизма, восприятия новой информации. Вот, поэтому время-то оно, Земля, она не, быстрее вокруг Солнца не крутится, но субъективное восприятие у человека, действительно, ему кажется, что с возрастом время прям несется, летит, а в детстве оно просто стояло. Один день – это целая вечность была, вспомните. Утром выходишь гулять, и до вечера там ты прожил целую жизнь, вот целая жизнь прошла, и следующий день опять новая жизнь. Вот. А сейчас как бы дни пролетают вот просто как мгновение. Это не значит, что время ускорилось. Это физиологическое свойство нашей природы. Вот. А не хватает времени на молитву, я вам скажу, секрет открою, мои дорогие братья-монахи. Просто надо свой день правильно планировать и жить дисциплинированно. Просто нужна дисциплина.
Мне многие в комментариях пишут, да когда он молится, он там не вылазит из интернета, там сидит и так далее. Открою вам секрет, я в интернете сижу 1 час в день. Вот. И эти публикации, которые я записываю, там режут их на шорты. У меня администратор один, почему-то говорят, что у меня целая команда, один человек этим занимается. То есть делает нарезки из эфира, один эфир в неделю, 40 минут, и вот сейчас еще стал добавлять одну публикацию в неделю. Я просто научен еще с Валаама, научен старцами, вот очень благодарен Богу, мне Господь просто послал на пути людей достойных, духовных, которые меня научили. Очень ответственно подходить к времени, просто не тратить его впустую. Распланировал время методично и выполняешь свои обязанности. На молитву в определенное время, на послушание, на отдых. Все расписано, программа составлена. Все успеваем. Поэтому хронос как шел, так и идет. Вот. А от нас зависит, как мы этим временем пользуемся. Вот. Ну все, поговорил прям... Самому хорошо стало на душе. Очень люблю с вами общаться, надеюсь на пользу. И себе, в первую очередь, себя обучаю. Вот. И надеюсь, что кто-то что-то полезное из того, что я говорю, для себя возьмет на вооружение. Потому что ничего не говорю от себя, все, что узнал у святых отцов, у старцев, то, что сам прожил. Вот. Прошу святых молитв, дорогие. У нас все без изменений. В субботу в 14, воскресенье, внимание, воскресенье, теперь у нас по воскресеньям 14:30 по греческому времени будет эфир. Будем общаться в прямом эфире. Готовьте вопросы. С Богом, дорогие. Люблю вас.